Госдума запросила информацию о расследовании ДТП в Балашихе. 6-летнего Алешу Шимко сбила на автомобиле Ольга Алисова. Как говорят свидетели, женщина двигалась по придомовой территории с превышением скорости. Мальчик скончался от полученных травм. Позже стали известны результаты экспертизы, которая показала, что ребенок в момент аварии был пьян. Такое заключение вызвало сомнения и широкий общественный резонанс. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Владимир Жириновский. Вот все в целом говорит о том, что здесь не все в порядке. С момента невозбуждения уголовного дела, исчезновения записей, не работают видеокамеры, запугивания свидетелей, не возбуждают уголовное дело. Но даже если все было бы сделано в рамках безукоризненного чего-то, чистого, я никогда не поверю, что ребенок может выпить столько водки. Гибель Алеши Шимко с каждым днем обрастает подробностями. Эксперты МВД установили, что женщина могла предотвратить аварию. Если бы Ольга Алисова экстренно затормозила, мальчик остался бы в живых. Тем временем адвокат обвиняемой заявил о давлении со стороны следствия. Якобы защитницу Алисовой насильно заставили ознакомиться с материалами дела и удерживали в кабинете. В ближайшее время адвокат собирается написать жалобу на действия полицейских. Если же говорить о том, был ли ребенок пьян, МВД провело повторную экспертизу крови мальчика. Найти алкоголь специалистам не удалось из-за летучести этилового спирта. Теперь, чтобы провести полноценный анализ, родителям Алёше придется согласиться на эксгумацию тела. Допустимо, я пресекать это буду любыми